Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Сегодня я уже здесь на пасеке у себя был. Находимся мы на юге Беларуси. Сейчас около 12 уже дня. 26 мая 2018 года. Вот здесь немного был в 11 облетик, потом он сразу стих. Это опять обновляется. Как я предполагаю, должен выйти рой. Первый раз, это было больше за полчаса назад. Вон, притих этот облетик, это опять возобновился. Вот я так и подумал тогда сразу, что должен выйти рой. Я сейчас установил камеру. Будем наблюдать онлайн-трансляцию выхода роя. Вот с самого начала и до конца. Кому интересно, как это происходит, вот смотрите. Сразу маленький облетик небольшой таки. А потом уже попрет основная масса пчел. Здесь семья сильнющая. Так что пчел много будет. Пойду покуда районе подготовлю. Да, и лестницу возьму сразу. Повешу сразу раевню, может, я и пойду садиться. Принес лестницу поставить. Здесь рядом абрикос. Ветер у нас северо-восточный. Если против ветра пойду, так раз на этот абрикос должны. Thank you.
Натер я котовником районю. Сейчас повешу. Вот. Наша деревня висит. Посмотрим. Будет хорошо, если уже вон и пошли они туда сразу. Я хорошенько таким уже подвяленным котовником натер ее. Если туда пойдет основная масса пчел, то пойдет и матка. Вот. Как я и предполагал сегодня с утреца. Наш рой попер. А я все ждал, когда-то семья роится начнет. Как-то установить, чтобы немного захватывало нам и раевню. Вот. Или буду, покажу вам. Вот. В раевню пчелы пошли. Уже много пошло в раевню. Остальные в небо пошли вокруг. Я на улей поставлю сейчас, смотрите, как они с улья выпирают. Когда заранее усмотришь, когда рой выходит, то вот повесил, они в раевню сразу идут, не надо, наверное, будет нам и бегать по деревьям. Будем надеяться. Я повесил ее против ветра. Качаться только что плохо. Ну, думаю, если все нормально пройдет, сядут. Там запах хороший роевой уже. Два роя садил туда. Три даже, наверное. И это, и котовника хорошо подвяленного. Свежим на тире, что не то подвяли, но он запах таки сильный. О, райок хороший будет. Пошла основная масса уже. Вот. Пчела никуда не стремится. Прот раевню полным ходом. Вот. Сразу с улья и в раевню. Вот я так поставлю сейчас, настрою. Все, наблюдается, как переходит рой с улья в раевню прямо. Буквально, о, 3 метра. Таких 3 даже, может 2,5. Вот они немного в сторонку пчелы пошли, но против ветра заходят на раевню все равно. Вот как видите, основная масса
пошла в рае у него. Ну и здесь так вот, много-много пчел в небе, вот. Пчелы перекочевывают в районе, да? А помолчу, послушаем гул раевых пчел. Скорее всего, матка уже в районе, то что поперли туда совсем все. Прилетела злая пчела, пытается укусить фотоаппарат наш. Так, сейчас я поищу матку по траве. Что-то они по низу бегают много. Может, где? Неспособная летать села на землю. Было уже такое не раз. Вот пошли, что-то груша, где два дня назад рой прививался. Надо какую-то железяку взять и типа звонить. А то на грушу на верхушку попрут, наверное. Так, время за железом ходить нема, наверное, побегу. Так.
поколотил я грушу хорошенько, где начинали пчелы садиться. Они злые, правда, на меня бросаться начали, но... Рой сюда, походу, пошел обратно, к краевне. Матки я так на земле не нашел. Труд не только много. Ну, что-то подозрительно. Сейчас посмотрю еще. Вот наш рой зашел в районе весь. Я предотвратил попытку на грушу сесть. После того, как хорошенько там поколотил ее, когда они пытались сесть, они слетели сюда все. Все. От семьи они отделились. Уже не видно, чтоб шли с улья. Пойду только в районе. Сейчас посмотрим поближе немного. Вроде уже на земле тоже пчел нема, а то ползали. Доглядел, чтобы не потопта. Райок крупный довольно такой. Там на потолке висит много в районе. Сейчас я туда фотоаппарат засуну. Походу уже в районе полностью. Но ройчик хороший. Думаю, все-таки его отсадим. Что-то проскочила мысля обратно засыпать матку, убрать. Хотя этой матке уже будет. Сейчас скажу, в том году мы садили, уже старая была. Уже был сезон. В том году второй сезон. Это третий сезон. Можно было бы даже и поменять уже.
О, райок упакован, можно сказать. Осталось немного пчелы. Как вы видели, лазать то пришлось по деревьях, но мне пришлось там их загонять в раевню, струшивать, собирать. Повесил его невысоко ее, на пару метров всего лишь. И рой сюда весь зашел. Остались по земле пчелы тяжелые бегать, меда перебрали. Трутни. Так как у меня ульи летками стоят на север, то рой вот вышел 12 часов только дня. Даже уже с копейками будет 12. Думаю, на этом будем заканчивать. Дальше я закрою раевню, занесу в подвал. Думаю, пару дней их выдержу. Если, конечно, еще до вечера время есть подумать все-таки. Да и завтра, если день есть. Подумаю, назад сыпать их или же отсадить район. Особо не хотелось размножать больше семей. Но подумаем. На этом будем заканчивать. Всем было, кому полезно это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, хорошего сезона, медосбора. До свидания.